И в продолжении. Проект соглашения на проведение изыскательных работ по созданию морского порта в Индиге утвердили на заседании администрации округа. В проекте также предусмотрена разработка необходимой документации по реконструкции торгового порта в Нарьян-Маре и углублению подходного канала на Печоре. В планах модернизация речного транспортного узла, строительство новых причалов, зданий и закупка современного оборудования. Но для воплощения в жизнь замыслов требуется обосновать необходимость работ. Соглашение заключат между администрацией НАО, Росморпортом и Ненецкой нефтяной компанией. Последние выступят в роли инвесторов. В результате работ по соглашению подготовят пакет документов, необходимый для получения федерального финансирования и привлечения инвесторов. Мы предполагаем, понимая специфических взаимоотношений между недропользователями, которые работают у нас в округе, предполагаю, что эти работы в значительной степени будут профинансированы в первую очередь грузоотправителями, и они выступят основными инвесторами. Но сейчас мы находимся в самом начале пути.